Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Никита. Сегодня у нас будет обзор, да, не на самую приятную вещь, которую в моей жизни я покупала. Это у нас бобы Гарри Поттера. Как мы знаем, они отличаются очень плохим запахом. Фу ты, блин, вообще не то говорю. Короче, это такие конфетки, кто не знает, это такие конфетки, где попадаются не разные, там разные вкусы конфеток. Причем вкусы бывают такие, которые ты передернешь себя. Так, тут у нас есть трава, зеленое яблоко, маршмеллоу, тухлое яйцо, колбаса, лимон, мыло, тутти-фрутти, рвота, арбуз, банан, черный перец, черника, сопли, сахарная вата, вишня, корица, земля, дождевой червь, ушная сера. О, сейчас, ребят, подождите, я принесу тазик на всякий случай. Итак, это, конечно, не тазик, но хоть что-то. Еще не открывается. Вот такая, мне кажется, это рвота. Нет, ребят, ну нахер. Так, давайте я выберу какую-нибудь. Что-то упало. А, что это у нас? Коричневое. Дождевый червь, что ли? Или колбаса? Ну-ка, давайте попробуем. Кажется, земля. Ой, фу. Это дождевой червь. Я схапал дождевого червя. Угу. Блин, пойна. Ой. Ребята, если эти конфеты реально сделаны из того, из чего я думаю, там, допустим, одна конфета сделана из реальной рвоты. Еще к зубам прилипает. Ну-ка. Это вроде бы маршмеллоу. Давайте заглушим звук. Да, это маршмеллоу. Это маршмеллоу. Так, серенькая. Нет, это не мыло. Я не знаю, что такое. Наверное, черный перец. Погнали. Это реально черный перец. Фак. Ой. Не очень вкусно. Немножко. Начинает реально немножко поджигать. Ай, фак. Ху. Ой. Это звездец. Если я не отравлюсь. Ай, к зубам прилипает скотина. Это реально был черный перец. У меня сейчас рот немножко горит. А тут, походу, дело арбуз я нашел. Как думаете, ребята, это арбуз? Так, ну-ка, фокусируйся. Мне кажется, это арбуз. Красненькое такое. Давайте. Ну-ка. What the fuck? Это, блядь, дождевой червь. Ебать, копать.
Ой, наверное, первый раз в своей жизни я задевал червя. Это невозможно есть, ребят. Это реально дождевой червь. Ой, фак. Ребят, это реально дождевой червь. А, фу. Я с собой пить даже ничего не взял. Я специально, чтобы... Ребят, давайте сейчас самое жесткое. Самое жесткое — это рвота. Меня сейчас однозначно стошнит. Ой, меня уже живот начало крутить. Так, ребята, это работа. Это реально рвота. Фу. Фак, ребята, это реально рвота. Я серьезно говорю, это рвота. Ёпа-мать, ну-ка давайте попробуем, может с этим мне повезет. Ну-ка. Это кажется вишня. Да, это вишня, кайф. Ребят, вы не поверите, но вот это вот реально рвота. Я попробовал, я реально почувствовал вкус рвоты. Я прям... Это реальный вкус рвоты. Это каждый знает вкус рвоты, наверное. Особенно, когда блевал. Так, что же у нас теперь? Давайте, может, это, наверное, трава, да? Это, наверное, травка. Вот такая вот. Ёпа-мать. Куда я фокусируюсь? Это, наверное, у нас зеленая, это, наверное, трава. Или... Что? Это или трава... Или это сопли? Фак. Давайте, мне кажется, это сопли. Блядь. Еще, блядь. Сука, это сопли. О, фу. А вот это сопли были. Охрененно. Так, давайте попробуем, допустим. Это, наверное, будет земля. Земля в иллюминаторе. Нет, это не земля, кажется. Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе. Молчать, Никита. Даже не знаю. Может, колбаса. Короче. Колбасня. Это колбаса. Да, это колбаса. А, вкусная. Первый раз пробую конфету со вкусом колбасы. Новая мода, блин, пробовать со вкусом колбасы. Да, Рекс? Русская колбаса, наверное. Ой, что глота. Еще их трудно полагать. Еще плюс их очень трудно проглотить. Ты прям жуешь, пытаешься их проглотить, но у тебя не получается. Белое с коричневым, как вы видите. Это может быть опять маршмеллоу. Я даже не знаю. Или это. Может, это тухлое яйцо? Или подождите. Тухлая сучка. А здесь нету тухлого яйца. Здесь есть тути рву. А, нет, есть. Но только это желто-белое. Ладно, давайте. Это маршмеллоу. Вот это зеленое. Это, наверное, уже... Что у нас это что? Это или арбуз, или зеленое яблоко. О. Блин, не знаю, когда зубами прилипает. А. Так.
Это арбуз. Это арбуз. Угу. Так. Желтое с немножко оттенками коричневого. Даже не знаю, что это такое. Это опять что ли сопли? Или это банан? Сейчас дожую эту херню. Ой, блин, чуть не задохнулся. Ой. Чё, погнали? Ну чё, народ, погнали на. Но нет. Это сопли, мать его. Блин. Ладно, ребята, я другое уже не хочу пробовать, мне страшно представить. Итак, ребята, это был обзор на конфетки бобы Гарри Поттера. Ой, ребят, пойду делать себе чай и отходить от этой херни. А вы пока что подпишитесь на мой канал. С вами был снова я, Стазавр Рекс. И поставьте мне лайк. Всем до скорых встреч, друзья. Пока!